37-летняя Алена Водонаева поделилась забавным моментом личной жизни. Звезда показала, как ее рассмешил 9-летний сын Богдан. Одна из самых популярных звезд «Дома-2» записала видео еще 8 марта, но только сейчас решилась его выложить. Модель позировала в сиреневом брючном костюме с большим букетом цветов в руках. Алену сфотографировал ее сын. «Богдан, я красиво оделась?» – спросила Водонаева у мальчика. Ответ ребенка рассмешил звезду. «Да, но многим людям, так же как и мне, просто фиолетово на дешевый выпендреж», – заявил Богдан. Водонаева ненадолго растерялась, но нашлась, что ответить. «Я же не для них, я для себя выпендриваюсь», – парировала она. Подписчиков тоже развеселило видео звезды. «А как же вы, Алена, застеснялись, даже потерялись после шутки сына? Пацан бомба, мальчик умен и красив. Пусть вырастет достойным и счастливым. Лучший сын у сына, отменное чувство юмора», – написали фолловеры. Посмотреть, чем звезды занимаются в период самоизоляции, можно здесь. Недавно Алена Водонаева превратилась в злодейку из «101 далматинца». Звезда высказалась о попадании в кино через постель.